С воскресенья украинцам снова вернут час, который забрали в марте. Стрелки часов прокрутят назад, и хотя возвращение к зимнему времени – привычный круговорот, адаптироваться к нему за выходной сложно. Поэтому многие харьковчане просят оставить, наконец, часы в покое. Ну, в течение недели это точно адаптируемся, но, я же говорю, разумно не понимаем, в чем смысл. Вот. Пока еще годы позволяют, поэтому большого дискомфорта не чувствую. А я люблю осень на час больше. А весну нет, на час меньше. Манипуляции со стрелками могут отразиться на здоровье, говорят специалисты. Проблемы со сном, чрезмерная усталость и обострение хронических недугов – один из спутников путешествий во времени. Хотя, уверяют некоторые харьковчане, счастливые часов не наблюдают. Я ничего не замечаю, честно говоря. Я пенсионер, поэтому я когда хочу, тогда проснулся, когда хочу, тогда уснул. Так что мне все равно. Лишний час добавит света, ведь осенью световой день идет на убыль, ратуют сторонники перевода стрелок. Да и солнечных дней становится меньше. Не порадуют ими и эти выходные. По Украине будет пасмурно, хотя и преимущественно без осадков. В ночь на 26 октября, субботу и утром возможны туманы и ухудшение видимости до 200-500 метров, сообщил Укргидромедцентр. В западных областях в субботу без осадков. Днем столбик термометра может подняться до отметки плюс 21 градус. Ночью более прохладно. От плюс 9 до плюс 13. В северных областях днем воздух прогреется до плюс 14. Ночная температура составит 7 градусов с отметкой плюс. На юге также без осадков. Днем плюс 15, плюс 17. Ночью ожидается до 10 градусов со знаком плюс. Пасмурно и в центральных областях. Ночью ожидается до плюс 9. Днем термометр будет показывать до плюс 18 градусов. В воскресенье 27 октября на Западной Украине также пасмурно. Однако также тепло днем от плюс 19 до плюс 21. Ночная температура составит плюс 12 градусов. Южный воздух прогреется до плюс 18 днем. Ночью от 8 до плюс 11 градусов тепла. В центральных областях без осадков. Дневная температура составит 15-19 градусов со знаком плюс. Ночью 7-11 тепла. Выходные в Харькове будут пасмурными и временами будет идти дождь. В субботу 26 октября осадки ожидаются ночью. Днем переменная облачность с температурой воздуха от плюс 10 до плюс 13 ночью. Также 10 градусов тепла. В воскресенье 27 октября ночью будет прохладнее. Столбик термометра поднимется до плюс 8. Днем температурные изменения будут незначительными. Воздух прогреется от плюс 9 до плюс 10. Анна Юрченко, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».